Друзья, всем привет! В этом видео я вам хочу показать, как сделать вот такого зайчика из шаров линколум. Если интересно, то давайте начнем. Итак, друзья, для того, чтобы сделать такого зайчика, нам понадобится 8 шариков линколум 6-дюймовых одного цвета, из которого будем делать самого зайчика. У меня вот голубые шарики. Один линколум белого цвета, это будет у нас животик, да? 3 шарика 5-дюймовых, тоже голубого цвета, для того, чтобы сделать шарики, которые будут на шее и держать глазки. 2 шарика 5-дюймовых белого цвета для изготовления глазок. 1/10 я взял для изготовления мордочки. И 1 2-дюймовый шарик розового цвета для изготовления носика. Так, давайте начнем. Также понадобится 2, возможно и 3 ШДМ такого же цвета для изготовления финчи, чтобы закрыть все наши связки. 1 шарик я взял цвет фуксия для изготовления бантика для нашего зайчика. Также понадобится черный маркер и ножницы, ну и, конечно же, насос. Ну что ж, давайте начнем надувать. Линколуны все надуваем мы на 3 полных качка. Раз, два. И таким же образом надуваем все оставшиеся шарики. Затем мы их связываем в одну гирлянду. Первый идет у нас белый шарик. И затем идут 8 шариков голубого цвета. Связываем на 2 узла. Вот получилась такая гирлянда. Так, теперь белые шарики для глазок мы надуваем на 1 полный качок, то есть туда-сюда. Связываем 2 глазика вместе. Теперь голубые шарики надуваем на такой же размер. Пальцы, как знаю, 4 пальца буквально. Давайте сразу сделаем носик. Носик надуваем небольшой, немного. Я думаю, такой будет достаточно. В пальцах где-то на 3 пальца. Носику ввязываем 1 голубой шарик. Десятку я наду на 6 пальцев и сделаем 2 косточки. Можно использовать также 2 пятерки. То есть так скручиваем. Теперь начинаем с глазками. Переплетаем. Вот так начинаем получается. Теперь вставляем в нее двойку. То есть мордочка у нас готова. Теперь давайте снимем шарики. Для этого 2 после второй связки пропускаем. Дальше вот здесь 3 шарика берем, скручиваем. Теперь берем кончик, связываем скрутки. Вязываем белый шарик.
Так. Хорошо получилось. Теперь возьмем двойку из 5 бумажных шариков. Сразу ее свяжем. Шарик надуваем не до конца. Я оставил кончик на 7 пальцев. Делаем 2 пинчика. Теперь вставляем пинчик в шарики. Отмеряем пузырь на 32 пальца. Обращаем и оборачиваем вокруг пузырь. Вот так вот открываем. Завязываем, он нам еще пригодится. Вот здесь кончик. Завязываем. И так, по такому же принципу сделаем второй ух. Еще второй шарик берем. Также его надуваем. Также я оставил кончик на 7 пальцев. Делаем. Берем еще один шарик. И отмеряем такой же пузырь. На 32 пальца. И оборачиваем вокруг. Открываем. Завязываем. Так, здесь. Поправляем пинчики. И теперь нам нужно сделать 2-3 еще 3 пары пинчиков для того, чтобы закрыть процессор. Ясно. Шарика мне не хватило.
Поэтому я найду тот, который лопнул у меня. И сделаю эти пару пинчиков. Три пары готовы, переставляем их на место. Закручиваем здесь, чтобы они хорошо держались. Если торчат хвостики, то их можно аккуратненько ножницами обрезать. Если не торчат, то можно их в принципе не трогать. Два и третий. Здесь. Перекручиваем. Вот, получился вот такой вот зайчик. Давайте нарисуем ему глазки. Художник из меня, конечно, не очень. Может быть, у вас получится нарисовать лучше. Вот получились вот такие глазки. Можно нарисовать ему еще усики. Вот, зайка практически готов. Теперь давайте сделаем ему мантик. Для этого возьмем розовый шарик. Надуем его. Кончики надутые я оставил на 6 пальцев. Мало. Делаем крючки. Теперь отмерим 2,8 пальцев. И теперь оставшимся шариком подожмем вокруг. Вот, получился вот такой вот зайчик. Можно его вот здесь сделать еще повеселее. Повеселее. Ну вот, друзья, зайчик готов. Если понравилось видео, то ставим класс, подписываемся на мой канал. Всем пока!